Приветствую, бойцы! В этом видео покажу свои оверлей. За основу взял наработки из интернета и полностью переделал под себя. Что все переделать, где-то в районе 2 часов у меня ушло. Итак, в начале стрима будет у меня вот такая вот картиночка. Как видите, украшение сверху снизу. Сверху идет написано «Стрим скоро начнется». И буквы обрезаются не горизонтально, так проще, естественно, а под наклоном. Для этого мне пришлось сделать маску. Маску в фотошопе и, соответственно, в OBS ее внедрить, и, соответственно, текст начал обрезаться наискосок. Снизу написано, соответственно, Киберсоник, красиво все, в таком сереньком цвете. Дальше, если будет перерыв, поменяется надпись, перерыв 5 минут. Сверху снизу украшение старое. Соответственно, когда стрим, все в таком же в однотипном цвете, серенькое и красное. Пробовал сделать черное, но черное сильно отвлекает, сильно привлекает все внимание, нагружает, отвлекает зрение. Лучше серенькое, что было, чисто по моему взгляду. В верхнем левом углу вы видите GF 10 евро, это топ донатов за весь период. В правом верхнем углу донаты все за 30 дней. Снизу, видите, разместил на ПК полоска. Ну, я думаю, в принципе, ПК собирать не надо. Мне нужно только процессор поменять и материнку, так что... Но вообще у меня донат до 50 тысяч я планирую собрать. Неизвестно какой период, но думаю, это будет очень долго. И поэтому, я думаю, собрать на материнку и процессор, занести своих денег и, соответственно, приобрести более мощный процессор. Потому что почему-то и в игре, когда запись делаешь, игра играет, соответственно, еще стрим или запись делаешь, в общем, мощности моего процессора на все это дело не хватает. Когда просто играешь, тогда, в принципе, все нормально, все идеально. Ну, как я делаю, получается, для вас стараюсь. Надо, чтобы FPS было много. А FPS зависит, естественно, от производительности компьютера. Поэтому нужно процессор помощней. Ну и, соответственно, и обводка камеры. Как вы видите, вот линии имеются красивенькие. Также везде однотипное все. Все супер, просто красиво. Итак, давайте в игре сейчас поставим на прокачку последний ластенд. Всего ластенда у меня 4. До максимального левела. 6-го. На это уходит 400 миллионов серебра. Это просто гигантская сумма. Отлично. И все. До встречи в следующих видео.